Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это клуб редакторов, программа, где руководители средств массовой информации и наши гости обсуждают основные события уходящих дней. Сегодня за нашим круглым столом собрались Дмитрий Жук, Белта, Павел Якубович, СБ «Беларусь сегодня», Алексей Дермант, «Имха Колобайк» и Леонид Фридкин, «Экономическая газета». Ну, давайте, коллеги, сначала, по нашей традиции, посмотрим на картину недели с точки зрения агентства телевизионных новостей. Беларусь продолжит линию на нормализацию отношений с Евросоюзом. Началась подготовка к 5-му Всебелорусскому народному собранию. Голландцы на референдуме проголосовали против ассоциации ЕС и Украины. В СМИ попали документы о панамских офшорах. В рассекреченных списках известные политики и звезды Москульта. В результате боев в Нагорном Карабахе десятки погибших с обеих сторон. Совет Республики одобрил введение уголовной ответственности за экстремизм. Минздрав хочет запретить курение при детях, в машинах и закрытых помещениях. Бьерн Далин и Домрачева объявили, что ждут ребенка. Такая вот непростая неделя случилась на земном шаре. Много событий очень интересных. Но я предлагаю, коллеги, начать с события, которое лично мне представляется очень интересным для обсуждения, для осмысления, тем более в рамках клуба редакторов. Это, собственно говоря, голосование в Нидерландах. Значит, после референдума в Нидерландах и без того призрачные надежды Украины евроинтегрироваться, ну, отодвинулись еще дальше, на мой взгляд. Большинство голландцев высказались против. Да, голосовало только 30% пришло голосовать. Из них 64% проголосовали, что, дескать, не нужна нам Украина в Евросоюзе. То есть, получается, Майдан был как бы зря. Вообще, Нидерланды – это, ну, просто притча во языцах по толерантности ко всему и по всея, да? И почему же они проголосовали против Украины? Коллеги, ваше мнение? Ну, вот я думаю, что на всю эту историю негативно повлияла ситуация с иммигрантами. Сейчас начинают бояться, как говорится, паленого куста, потому что в сознании многих голландцев, очевидно, тоже украинцы там, ну, мало чем отличаются от тех, кто сейчас через Турцию, Грецию и так далее заполонил страну. Потому что действительно голландцы, так принято во всяком случае считать, люди спокойные, раздумчивые, и должны были понимать, что на кону нечто большее, нежели просто плебисцит по Украине. Речь идет о Европейском Союзе, о выборе украинского народа. То есть очень много серьезных больших обстоятельств, но, как мне кажется, может быть, коллеги не согласны с этим, но мне кажется, что повлияло так механически. Просто сейчас боязнь эмигрантов, кто бы это ни был. Сейчас среднестатистическому голландцу кажется, что нахлынут теперь с Украиной, отобьют рабочие места и прочее. И, мне кажется, не очень-то разобрались. Плюс, насколько мне известно, там, мне кажется, украинский пиар, украинская пропаганда государственная как-то выглядели весьма неуклюже, потому что и Кличко, ну, который вообще должен там могла был выглядеть промотировать. Нет, ну, задача видеороликов такой же рекламной кампании, как любая другая. Ну, то есть она там была. Она там была, но достаточно неуклюжая. А информация о еще более неуклюжей деятельности украинских властей, которые благополучно провалили те мероприятия, которые собирались провести, тоже сыграли свою роль. Но это не означает, что некие призрачные надежды обвалились и рухнули. Референдум этот носит не абсолютный характер. Он по голландскому евросоюзовскому законодательству вообще консультативный. Поэтому, перефразируя вот прозвучавшую первую новость в ленте новостей, можно сказать, что Украина продолжит усилия по
своей европейской интеграции. Ну, и мечты. Но если это сделает не Порошенко, значит, это будет сделать кто-то другой после него. Просто если у страны и народа есть какие-то приоритеты, то они как в Беларуси, так и в любой другой стране являются очень долгоиграющими. Поэтому здесь это не означает, что сейчас вот будет построен забор, и каждого украинца будут депортировать. Нет, это понятно. Речь не идет, в первую очередь, о досаде, другое, которая поселилась в сердцах украинцев, которые... Ну, украинцы они только... обиделись. А? Вот украинцев столько оснований обиделись для досады, что еще одна как бы, погода не сделает. Понимаете, я здесь хотел бы немножко о другом сказать. По сравнению вот с люди проголосовали, это брызги. Послушает их парламент, возможно, прислушается, который должен решение потом принять. Но самое главное не в этом. Ведь ассоциация – это вещь такая, у каждой страны своя. У Алжира одни учили, другие. У Норвегии другие отношения, у Исландии другие, которые уровни в этом, да, уровне, в этой ассоциации. Плюс надо понимать, что договор о свободной торговле Украины и Евросоюза уже действует. То есть это один такой из ключевых документов. Но самое главное даже не в этом. Если вдруг эта процедура не получится, то для ассоциации нет необходимости, чтобы все государства поддержали. Они могут изменить процедуру, и администрация, скажем так, ЕС примет это решение без всяких референдумов. Ну, это вот такая... А с точки зрения вот какого-то осадочек остался, ну, я думаю, у украинцев осадочек остался. Вот, ну, я со своей стороны выделил бы таких три фактора. Ну, во-первых, надо учитывать, что Голландия – это одна из стран-доноров ЕС, причем серьезных доноров. Всем известно, что в Голландии весьма процветающая экономика, и на евроструктуру Голландия выделяет серьезные средства. И референдум показал, что население, простые голландцы, налогоплательщики, ну, в общем-то, не готовы взять на себя еще ношу поддерживать украинскую экономику, причем что есть сомнения в отношении чистоплотности правительства и так далее. Второй момент, конечно же, возросший евроскептицизм. Тут и беженцы, и проблема с безопасностью, ну и вообще страна, которая имеет на своей территории вооруженный конфликт, ну, для клуба таких пристойных джентльменов западноевропейских выглядит несколько странно. То есть просто дали показать, что вы сначала разберитесь со своими проблемами, наведите порядок, а тогда уже, наверное, стоит говорить о каких-то дальнейших шагах. Ну и третий момент, все-таки это один из инструментов влияния на Украину. То есть показать, что она должна исполнять какие-то рекомендации. Можно сказать и жестче, что это короткий поводок. Мол, если вы пойдете по тому пути, который мы указываем, который рекомендуем, тогда будут какие-то другие решения в обход референдума или еще как-то. Но на самом деле я просто вижу, вот общаюсь, изучаю различных евроскептиков, правых, левых, и вижу, что они вот сейчас на гребне волны. В том числе и референдум в Голландии показал, что для Евросоюза важно выпускать пар периодически, чтобы эти люди не, ну, не влияли уже на всю структуру Евросоюза. Ну и вот немножко Украину так прижучим, эти настроения как бы выйдут на поверхность, ну а дальше уже можно регулировать общественное поле. Вы знаете, у украинцев, коллеги, появятся дополнительные стимулы для решения своих проблем. Вы знаете, коллеги, вот у меня ощущение есть вообще от всей этой истории не очень какое-то комфортное. Мне кажется, что сегодняшний уровень цивилизационный и здесь показывает свою определенную несостоятельность, потому что на самом деле получилось какое-то вообще торжище такое. Вот есть Украина, есть украинский народ, вообще огромный народ и так далее. И не сам он решает в итоге, это по факту, как говорится. А вот вместо него сейчас... Его судьбу дальнейшую, это выбор, нет, это судьба. Его судьбу? То невеста вернула колечко жениху, получается. Нет, пока так. Никто ничего не вернул. Жених выносит свои решения, невеста свои решения. Нет, ну, вообще, потом я не о женихах, не о невестах. Я говорю о том, что мне как-то не очень комфортно вот, осознавать, что судьбу, выбор, во всяком случае, Украины решают не украинцы, а решают... Евроскептики, решают левые, решают парламенты, решают бюргеры. Ну вот, честно говоря, мне кажется, что в этом какая-то... Ну, украинцам казалось, что они решают свою судьбу на Майдане. А выяснилось, они не решили свою там. Судьбу. Получается так, что кто-то выбирает, мы будем дружить с этими. А я те говорят, что мы сейчас еще подумаем. Леонид, я выберу. Каждый решает свою судьбу. Да, да, но... Честно говоря, улица с двусторонним движением, идти навстречу быть, друг другу или может постоять быть, на месте. Может быть, я невнятно сказал, может причин. Быть, ты меня не понял. Я говорю о том, что мне вот неприятно, мне неприятно то, что выбор украинского народа
влево или вправо, или по направлению юг-север, но решают голландцы. Мне кажется, что здесь есть какой-то элемент не совсем праведного устройства сегодняшней Европы. Они не наложили вето на... Мне кажется, немножко другого. Я не об этом, Леня. Но я же не об этом, не о перспективах развития. Я не об этом говорю, я о принципе. Но, тем не менее, поскольку мы обсуждаем... За Украину решают не сами события, а их интерпретацию в средствах массовой информации. Так вот, все-таки набила оскомину версия, что голосование в Голландии – это рука Москвы пресловутая. Как вы к этой версии? Ну, я не думаю, что там рука Москвы. Я думаю, что другое, что когда кто-то принимает какое-то решение, он должен еще реально представлять механизм его реализации. И вот этот механизм реализации, наверное, казался в то время, когда принималось решение, как вы говорите, на Майдане, либо еще где-то, ну, более быстрым, более простым, а оно оказалось сложнее. Так что вот Майдан, просто есть какие-то ожидания, которые не сбылись. И вот получился, что крах тех идей и тех усилий, нет, которые... Не состоялся еще никакой крах. Нет, я понятно, но моральный осадочек-то остался. Еще как бы, да, понятно, еще ой-ой-ой, какую дорогу. По сравнению с артобстрелом, это очень маленький осадочек. Ну, артобстрел тоже мы мало про это знаем. Там с двух сторон артобстрел, и про это говорить тоже как-то нелепо. По сравнению с ядерной бомбардировкой вообще ничего как бы не стоит. Слава богу, нет. Да, здесь надо очевидно понимать, что, во-первых, действительно, алармизм такой не очень уместен, потому что краха никакого нет. Будут дальнейшие процедуры, жизнь покажет, что из этого произойдет. Соглашусь я и с тобой, и это уже стало тоже общим местом, к сожалению, не поводом для каких-то глубоких изысканий. Майдан был искренним, массовым, но целей своих... Вот пока то, что мы видим. Майдан не добился, и сейчас, очевидно, я так понимаю, что по логике недели мы будем говорить о панамах. И поэтому обнародование панамских списков сделало на Украине, где и так все против всех, а сейчас еще и подрубило... Ну да, коррупция в Украине там, и еще разочек, да. О которой да, все поэтому, говорят, и про которую голландцы, видимо, тоже поэтому слышали. Все-таки Майдан не есть средство, наверное, и 20 век это неоднократно подтвердил, не лучшее средство решения политических и судьбоносных вопросов. Так? Ну а если других нет, что делать? Всегда есть другие. Я вот обратил, не отчаивайся, всегда есть другие методы. Обратил внимание на реакцию... Ну, ряда знакомых украинских политологов, ну, которые, собственно, поддерживают власть и выступали за Майдан, за изменения вот того режима, который был до него. Вот интересные там проскальзывали моменты. Ряд знакомых политологов написали, что вот да, это в определенной степени холодный душ, и, может быть, стоит Украине задуматься о том, чтобы дружить с теми, кто хочет с нами дружить. То есть вот уже как-то начинается какое-то прозрение, что ли, понимание, что как бы в клуб этот... А может, это просто конъюнктурщина? Ну... Ну, знаете... Мне кажется, что все-таки... Вряд ли. Я хочу процитировать Александра Григорьевича Лукашенко, который сказал замечательную фразу: «Не заставляйте нас выбирать между Западом и Россией. Для нас такого выбора нет». У Украины он закрыт, многовекторность, только в Европу интеграцию, и никак она... Ну, понятно, там военные действия, понятно, образ главного врага из России сделан, в том числе и российскими стараниями, да, и украинскими стараниями, но там у них деваться некуда, потому что старый жених стоит и, ну, в лице России, а новый вроде как бы говорит: подожди, подожди. То есть Украина действительно попала морально в какую-то такую, ну, неприятную ситуацию. И об этом действительно и в интернете очень много, и в прессе, и много про это говорят. Вот что думают по этому поводу члены клуба редакторов? Не получается ли, что Запад действительно хочет как-то проучить, что ли, Украину? А нет, просто нужно понимать, что все будут отстаивать свои интересы и преследовать свои интересы. К этому просто надо взвешенно относиться и немножечко прогнозировать такие вещи. Вот и все. Я не думаю, что кто-то кого-то там хотел проучить, научить, показать место, либо еще что-то. В данном случае общество Голландии, Нидерландов, оно вот...
те, кто пришел голосовать, они придержались вот такой точки зрения в своем большинстве. Запад – это не чугунная отливка, там в каждой стране совершенно разные интересы, отношения и, допустим… Нет, но тем не менее, если одна страна не хочет, они это... консолидированы… Нет, это не право вето, это совершенно другой механизм. Тут причем механизм можно менять. Повлиял ли на результаты референдума компромат Порошенко, ну, об офшорах в Панаме? Я думаю, что в том числе тоже, да? Ну, нет, как раз я не думаю, что голландцы очень осведомлены о тонкостях, и вообще их Порошенко в этом смысле интересует. Из числа тех, кто голосовал, многие такой фамилии не слышали. Да. Этот скандал анонсировали еще заранее, обещали, что после оглашения вот этих вот тайных неких сведений, что мир совершенно переменится и будет другим. Цитата. «В списках ценителей офшора очень много знаменитостей. Указывают, например, на некоторых личных друзей Владимира Путина. Есть среди героев дня и Петр Алексеевич Порошенко, который, по версии журналистов, тоже в числе тех, кто предпочитал хранить излишки в панамских офшорах. Есть министры, есть президенты, есть шейхи и князья церкви, есть бизнесмены и гангстеры, есть даже всеобщий любимец футболист Месси из Барселоны. К огорчению, доходящему до зубовного скрежета у некоторых минских мыслителей, нет в этом списке среди сотен фамилий лишь одной – Лукашенко Александра Григорьевича». Вот изменился ли мир, как обещали, после офшорного скандала? Да нет, мир не изменился. И вряд ли кто-то из тех, кто затеял все это, вряд ли и были такие ожидания. Но, во всяком случае, мне представляется вот эта вся затея и то, что получилось из нее, это такой освежающий душ. Но это не утка информационная вообще, вот то, что... Представленные документы, что это имена, явки, фамилии, которые некоторые требуют. Где ваши доказательства, где ваши методы против Кости Сапрыкина? А что в этом они брошены на стол. Что в офшорных компаниях, там, банках хранят деньги? Вопрос в том, каково их происхождение и законно ли они туда попали. Леонид, мне даже кажется, ты более компетентен, но мне кажется, что даже не это главное. Ведь очень многие люди полагают, что само по себе иметь дело с офшором – это криминал, это некрасиво, недостойно и нельзя. Нет, офшоры, по сути дела, это одна из форм экономической жизни, давно известных. Более выгодные и так далее. Речь вот в этом изоблачении, которое, ну, действительно, оно превышает результаты и масштаб Викиликса, тех разоблачений. Все дело в том, что разоблачение показало, что есть люди, которые, позиционируя себя в отчизне одной, людьми безупречными, порядочными, патриотами и так далее, при этом тихонечко уходят от налогов. Вот суть этой истории. А далее, какой может быть, какой измениться может быть мир, если, например, Путин сразу сказал, что это вранье и происки ЦРУ. Все, точка, в России больше ни одного звука не раздастся, а Ралдугин, оказывается, Ралдугину и отвечать не надо, велочелисту Ралдугину, потому что Владимир Владимирович сказал, что он покупает инструменты за рубежом и везет их в Россию. То есть вообще какой-то, ну, у меня нет оснований Ралдугине думать по-иному, но сама по себе ситуация, вопрос закрыт. Это дело рук ЦРУ, и вопрос закрыт. Но вот в Исландии, например, где очень спокойные, мягкие и такие северно-толерантные люди, это они сказали своему премьер-министру: «Дружок, мы к тебе ничего личного, но то, что ты не платил налоги на любимой родине, или платил, но в уменьшенном масштабе», он тоже закричал. Но это моральное, это не уголовное, это моральное. Только моральное. Уголовное – это следующая стадия. Ну, следующее, если обнаружится, да, и так далее. Но человек, богатый человек, наверное, ищет, где ему выгоднее вкладывать деньги. Минуточку. Богатый человек часто ищет, как бы ему для того, чтобы быть богатым, не платить налоги. И офшоры для того и появились, чтобы предоставить богатым людям такую услугу. Дело в том, что то, что мы говорим, что мир меняется с того момента, как 3 апреля были опубликованы эти документы, это не совсем так. Мир начал меняться после того, как страны
Организации экономического сотрудничества и развития в 2008 году приняли решение о том, что с офшорами надо бороться и надо свести эти операции к минимуму. Значит, та ситуация с публикацией документа – это вообще совершенно очаровательная история. Это даже выглядит как некий такой вот коллективный 400-ликий Деточкин взял и опубликовал информацию о всех, кто осуществляет какие-то неблаговидные операции. Но за этим всем стоит одна очень существенная проблема, что огромное количество состоятельных людей на Земле не хочет платить налоги, боится, что у них отберут имущество, и по этим и целому ряду других причин прячет свои активы за рубежом. И на протяжении вот последних 16 лет в мире идет скрытая, но очень напряженная борьба с тем, чтобы этого не допустить. И когда кто-то становится в позу «все это враки», то он тем самым признает просто, что он вот вор, ушедший в несознанку, больше ничего. Значит, на сегодняшний день... Вот, я хотел бы о другом немножечко сказать. Вот вы правильно рассказали, борются с офшорами. На территории Штатов есть, по-моему, три крупных офшорных зоны. Делавэр и так далее. Что-то я не слышал, чтобы власти Штатов с ними боролись. Значит, понимаете, о чем я говорю? То есть, может быть, это будут самые сладкие площадки для этих людей в будущем? С офшорами никто не борется и бороться не собирается. И не будут. Поэтому борются, вот здесь как-то не сходится. С теми людьми, которые уходят от налогов через офшоры. Вы не правы. Борются именно с офшорами, заставляя их раскрывать информацию. Значит, на сегодняшний день... Так большинство с офшорами это борются. Борются именно с самим явлением, потому офшора. Что этим уничтожается сама идея офшора, предоставление убежища, информация о котором скрыта. Значит, на сегодняшний день страны ОАЭС и США в первую очередь заставили большинство офшоров раскрывать информацию об операциях, совершаемых в офшорах, и компаниях, которые там зарегистрированы. Вот некоторые, значит, деятели кричат, что все это инспирировано США, потому что в этих документах меньше всего фигурируют американцы. Но проблема в том, что американцы в 2010 году заставили Панаму подписать соглашение о предоставлении налоговой информации, поэтому для американцев Панама более не офшор. Им приходится искать какие-то другие островки подальше. Леонид, давайте заострим вопрос. Я полагаю, что телезрителям не экономическая сторона важна, а некая политическая и нравственная. Ну, кому как, некоторым важнее, по какой схеме мне спрятать свои деньги куда подальше. Это тут я соглашусь. На индивидуальном порядке. Да, Михаил, это кто с кем дружит? Речь идет, как правило, о власть имущих. Ладно, если богатый бизнесмен там где-то хранит, пытается, не вроде не оставляет налоги, а на другой стране... Я думаю, если мы говорим... Это его личная моральная проблема. Но если власть имущих... По поводу власть имущих, когда-то в одной из московских школ задали сочинение на тему... «Если бы я был начальником». Так вот, многие сочинения заканчивались фразой «Черта с два, меня бы потом нашли». Вот это моральный аспект, к которому, так сказать, подрастающее поколение было готово. Даже если это шутка, то в ней очень большая... Мир начал меняться не тогда, когда объявили войну, а когда пошли технологии. И вот утаить что-то, вот правильно несколько передач назад Павел Зотович говорил, что теперь у каждого в кармане смартфон, диктофон, еще что-то. То есть ты, информация утекает тут же. Точно так же появились технологии, которые... Компьютер – благо, но компьютер в этой ситуации – это не бумаги, которые надо искать. То есть сливается база, и это все уходит. Вот что поменялось. Это стало делать, наверное, технически проще. А теперь заинтересованность. Мне кажется, есть одна вещь. Смартфоны смартфонами, но первичные учетные документы вы не доположите. Мне кажется, что очень важно во всем этом, что очень многие люди увидели, что их политические лидеры, ну, как минимум, двуличны. Вот поэтому в Исландии вот такая ситуация произошла. Господину Порошенко тоже не сладко. Я не думаю, что там есть какая-то уголовщина, но человек, который шел очень сложным президентом, брал за себя ответственность за Украину и так далее, и так далее, он просто должен быть чист, как стекло. И все остальные лица... Президент не имеет права иметь бизнес. Это я тоже понимал. Но это не мое дело, это другая страна. Пусть они сами разбираются. Ну вот он теперь и будет доказывать. Слепой у него был траст, и не знал он, что это
кому переданы в управление эти активы. Его адвокаты именно так уже и сказали, те, кто якобы управляет. Нет, пожалуйста, коллеги, у меня вот такой вопрос. Вот по громкости панамский скандал сопоставим с разоблачениями вот Мэннинга, Ассанжа, Сноудена. Вот, так вот, что интересно в этой связи. Мэннинг рассказал о преступлении в Ираке, получил пожизненный срок. Да? Сноуден рассказал о глобальной прослушке и подался в бега. Ассанж слил дипломатическую переписку и прячется в посольстве в Лондоне. Панамские офшоры. Автор неизвестен. Почему? Почему неизвестен? Кто автор? Фамилия? Минуточку. Вы можете ознакомиться, если пожелаете, с каждым из 380 человек, которые в этом участвуют. Кто опубликовал? Сам банк опубликовал? Нет, кто опубликовал эти сведения? Это опубликовало Международный консорциум журналистских расследований, который строго персонифицирован. Если вы зайдете на их сайт, увидите там фамилии этих людей. Какой консорциум? Кто-то один занимался, но фамилии нет. Когда обычно, знаете... Почему? Если вы не нашли эти фамилии, это не значит, что их нет. Можете зайти так на и сайт. Вы их не знаете. Можете зайти на сайт этой организации, увидеть там фамилии, контакты и пообщаться с ними. Захотите по имейлу, захотите по скайпу. Все-таки хотел бы на политический эффект. Да, сам механизм... Напоминает наше коммунистическое прошлое и коллективную ответственность. Да-да. Когда никто ни за что не отвечает. Больше того, участники этого расследования по всему миру радостно раздают интервью, они герои дня, и они... А кто им в руки дал? Ну ведь кто-то же, у кого-то возникла эта идея. Для чего-то она возникла. Каждый журналист мечтает об убойном расследовании. И каждый журналист мечтает раздобыть инсайт, который... Фамилия журналиста есть? Нету. Есть фамилии этих журналистов. Да? Ну, я эти английские фамилии запоминать не собираюсь. Они выступают постоянно. Там есть четыре российских журналиста. Говорят, они дают интервью, они опубликованы в интернете, в «Новой газете», в частности, на сайте РБК. Но я спрашиваю не про тех, кто сейчас в газетах публикует эти заметки. Я говорю о первом человеке, который слил информацию из Моссад Фонсеки. Да, потому что у каждого скандала крупного есть фамилия. У этого скандала нет фамилии. У этого есть какая-то ассоциация, какая-то. Я говорю, как раньше, по мнению обкома партии. Любой журналист отошлет вас к своему закону о СМИ, например, к белорусскому, где сказано, что источники информации они будут раскрывать только в строго определенных случаях. Значит, на сегодняшний день есть предположение, что слив этот был сделан при участии сотрудников этой панамской компании, которые были чем-то обижены руководством. Есть версия, что это сделала одна там дама, у которой был печально закончившийся роман. Значит, мы узнаем когда-нибудь эту фамилию. То есть слив этой информации, он всегда персонифицирован. Но ни один нормальный журналист не станет раскрывать эти источники. Все-таки я про политический эффект, ведь можно долго рассуждать, кто автор, кто журналисты, но если посмотреть разброс по западной прессе разных изданий, то больше всего упоминаний, конечно же, было у российского президента. Ну, это традиционно, коррупция и все такое, но ведь прямых-то доказательств нет, что да и друг там, друг семьи. Но его семьи, там не упоминали в этом списке. Вот это интересно, как раз-таки, что... Я сказал бы, что в отношении, например, украинского президента гораздо меньше упоминаний было каких-то. Хотя вот он как раз-таки упоминается в этих документах. То есть все-таки есть политический эффект. Это не просто ради, как мне кажется. Конечно, политический эффект, такие деньги люди воруют. Нет, подождите, воровать можно... Не завидуйте. Я констатирую факт. А я констатирую, как это технологически, политтехнологически проводится. То есть определенные акценты... Есть подача определенная. Ну, это же тоже нельзя отрицать. Я не говорю, что россияне все чистые и безупречные. А вот этот скандал против кого в основном направлен? Ну, получается. Ну, политически. Пользователи панамского офшора. Как мне кажется, конечно, это посылы всем... И придется с этим смириться. Всем, посылы всем тем, кто так или иначе там фигурирует, на кого есть документы. Ну и действительно идет большая стрижка овец. То есть просто дают богатым людям понять, что все прозрачно, и никуда вы деньги не спрячете, несите в какие-то проверенные конторы. Скорее всего, так. Коллеги, может быть, Леонид в первую очередь. Если офшор – это законно, если офшор – это прибыльно, в принципе, и многие маленькие страны, у которых нет там ресурсов природных больших, они занимаются, объявляют свободную экономическую зону. У нас в Беларуси тоже есть свободные экономические зоны, несколько причем, да? Почему в Беларуси мы не развиваем офшоры? Во-первых, наши свободные экономические зоны отнюдь не являются офшорами ни разу. Почему мы этим не занимаемся? Почему мы тогда тоже не идем по этому пути, если это выгодно для сейчас этого? Этим заниматься уже поздно. Сейчас это те, кто попытается сейчас начать заниматься, развивать на своей территории такой бизнес, автоматически попадают в черный список ФАТФ
и против них будут применяться такие финансовые санкции, которые сожрут всю эту прибыль. Сейчас это развивать уже поздно. Во-вторых, территория, которая организует у себя офшор, зарабатывает исключительно этим офшором. В ней не может быть такой системы налогообложения и системы контроля, как такая, которая существует в Беларуси. Угу. Значит, я слабо себе представляю, что Беларусь сейчас вот разорвет все соглашения об устранении двойного налогообложения со всеми странами, где есть статья об обмене налоговой информацией, разорвет соглашение США о исполнении закона ФАТКа, ну, то есть у нас это нереально. Расформирует комитет госконтроля и так далее. Все этим занимались, это не наш путь. Этим занялись давным-давно ряд стран, которым заняться, собственно говоря, было больше нечем. Когда-то они были пиратскими притонами, потом, значит, перешли на другой качественный новый уровень. Офшоры сами по себе не то что противозаконны. Противозаконными является отмывание денег через офшоры, если эти деньги добыты незаконным путем. И с этим все страны боролись сначала, как бы так, смотрели сквозь пальцы, потом начали бороться более интенсивно. А когда размер утечки стал выходить за приемлемые рамки, за это дело взялись всерьез. И сейчас за это взялись очень всерьез и до такой степени, что отмывать деньги через офшоры стало очень сложно. Геннадий, что касается того, насколько это законно и морально, ну, сейчас вот аудитория, которая сидит перед телевизором, переглянется, и любая жена скажет, ну, имей в виду, что твои офшорные заначки – это нехорошо, неморально и противозаконно. Геннадий, я здесь еще раз поддержу Дмитрия. Это очень важная тема, что мы живем, вот, нынешнее поколение и вообще люди, которые сегодня населяют цивилизованные страны, потому что полагаю, что где-то не знают вообще, что происходит, но должны понимать все абсолютно, что мы живем в совершенно иную эпоху информационную, когда старая библейская заповедь стала реальностью, все тайное становится явным. И в этом смысле вот эта вся история панамская мне представляется весьма и весьма позитивной. Эти энтузиасты, которые родили это все, меньше всего думали о ЦРУ, о ФСБ. И если там нет Путина, то не натягивали лишнее, не указали про Путина. И если есть там у Порошенко, что-то маленькое указали, тоже маленькое, но показали всех, невзирая, что называется, на лица. И дали такой очень мощный месседж всем, у кого есть уши, глаза и мозги. Ребята, давайте все-таки жить честно. Потому что очень много на Земле проблем, а самая большая проблема – это коррупция, которая все это разведет. Поэтому или давайте будем жить честно, или завтра будут появляться еще очередные порции, и уже не скроешь, что это делается в целях того или в целях сего. Это делается для оздоровления всего цивилизованного человечества. Может быть, на этом согласимся? Вот больше и добавить нечего. Я согласен абсолютно со всеми этими словами. Сейчас остается только вспомнить кадры из фильма «Берегись автомобиля». Вот отчет о проделанной работе. Нет, ну это... Это так и выглядит. Да. Портфель только побольше. Ну что ж, коллеги, вот я думаю, что мы продуктивно провели это позднее время. Поэтому спасибо большое вам за участие в нашем сегодняшнем заседании. Уважаемые телезрители, ожидаем новую неделю. И ожидаем события, которые она принесет. А эти события мы здесь в клубе обязательно обсудим. Всего самого доброго.